МШУ Bright BAC-125 AIR. Ее преимущество перед другими болгарками – это наличие константной электроники. В этом видео мы покажем, как работает константная электроника при разной степени нагрузки. Благодаря плавному пуску нет рывка при запуске МШУ. Регулятор оборотов позволит подобрать удобную скорость вращения под определенный вид работ. Теперь покажем, как работает константная электроника. При плавном резе ее работа почти незаметна. При увеличенном давлении на МШУ, делаем это мы намеренно, константная электроника наращивает мощность и не дает остановиться режущему диску, благодаря чему скорость работ не понижается. Сейчас создаем максимальное давление на МШУ. Видим, что также режущий диск не останавливается и продолжает резать. На любой другой МШУ без константной электроники при таком же давлении произошла бы остановка режущего диска, что в свою очередь могло привести к сгоранию двигателя. Благодаря константной электронике увеличен ресурс двигателя, что обеспечит стабильную и надежную работу даже в самых тяжелых условиях. Эта модель благодаря набору качеств и стоимости подойдет как для бытового использования, так и для профессионального.